Добрый день, дорогие друзья. Ну, с нашими вот чехольчиками под спиннинговые катушки. Я сам спиннингист, поэтому знакомы уже не одна тысяча потребителей. Они очень хорошо расходятся, очень удобные, сберегают нашу катушечку. Но мы постоянно обращались ко мне, к Карпаловы, просили, сделайте. Началось, сделали вот такую вот чехольчик, вот под такую катушку. Но так как я спиннингист и понятия не имею, какая должна быть у них катушка, то есть вот вроде бы вот это вот все, вроде бы все подошло. Но оказалось, не все так просто, как у спиннингистов. То есть вот сюда вот 4-тысячник, даже 5-тысячник Shimano Biomaster у меня идеально встает. Но оказалось, что у них, оказывается, катушки-то вон какие здоровенные, а их надо куда-то укладывать. Так, вот. Для этого мы сделали вот такую сумку, чтобы ваши катушки были всегда ухожены, чтобы им ничего не угрожало. Вот такую сумку. То есть смотрите, ребята, и вот такой чехол, и вот такой с размерами, все будет указано на сайте. То есть в зависимости, это, насколько я понимаю, то есть вот, вот такие катушки, это скорее всего для любителей, не для тех, там, ну, на водоемах рыбачим, даже на карпятниках, на, может, на РТШ, которые там 100 метров кидают, карпаловы уже наматывают и кидают там до 200 метров свои кормушки, поэтому у них вон какие мощные, ну, и тяжелые катушки, вот такие вот здоровые. Поэтому решили мы карполовов не обижать и запустить серию для карповых катушек, серию чехлов. Вот. Все размеры, все цены, все будет уже доступно на сайте. Смотрите, если вам нравится. Здесь утеплитель десяточка, Oxford 600 или 1680 использую. То есть цветовые решения, в принципе, я не знаю, спиннингистам, кто по тайге и прочее, нравится камуфлированные. Ну, хотя у нас бывают однотонные, все в зависимости от поставок ткани. То есть пришло, допустим, 1000 или там 2000 метров, вот такой вот, мы из такое делаем, пришло, ну, с однотонной попроще. Выбора цвета, конечно, нет, то, что есть в наличии, то и будет. Вот, смотрите, если нравится, видите, как удобно расстегивается. Заказывайте, все доступно в нашем интернет-магазине. Наше производство справится с этим. Пока-пока, ребята. Ну и как всегда, тепла, комфорта и уюта вам на рыбалке. До новых встреч!